Всем привет! Вы на канале Анастена Настюшкина. В сегодняшнем видео я решила показать вам, как бы выглядели My Little Pony, если бы авторы сериала в одной из серий превратили их, не поверите, в самолеты. А действие происходило бы не в Понивилле, а на аэродроме. Итак, встречайте! Самолет Эпплджек. Этот веселый самолет любит парить в облаках и угощать своих пассажиров сочными яблочками. А это милый самолет по имени Флаттершай. В салоне самолета пахнет ароматными цветами. Было бы круто на таком полетать. Ставьте лайк, если согласны. Знакомьтесь, самый сверхскоростной самолет на нашем аэродроме. Зовут его Радуга Дэш. Садитесь в него, если, конечно, не боитесь высоты. А этот самолетик зовут Твайлайт. Он очень начитанный и знает много интересных историй, которыми с удовольствием делится с пассажирами в полете. Самый веселый самолет по имени Пинки Пай. В самолете Пинки поют веселые песенки и угощают вкусными конфетками. Думаю, в этом самолете вы бы не только отдохнули, но еще и хорошенечко повеселились. А это стильный самолет по имени Рарити. В этом самолете вам сделают красивую прическу, макияж и дадут модные советы. Согласитесь, все самолеты получились замечательными, и на каждом из них очень хотелось бы полетать. Ну а сейчас я предлагаю вам взять в руки карандаши и фломастеры и нарисовать вместе со мной попыт Радуга Дэш. Ну что, готовы? Тогда погнали! Дорогие друзья, повторяйте за мной, рисуйте и присылайте свои рисунки на мой e-mail, указанный в описании к видео, с фамилией, именем и обязательно укажите свой возраст. И уже в следующем моем видео вы сможете увидеть свой рисунок. Удачи вам! Ждем ваши рисунки!